Вот. Ой, прям рядом с метро, смотрите, вот здесь метро, а вот уже дом, ну прям рядом. Иду к Наташеньке. Вот метро, а вот пруд, и идет снег. Красиво, как хорошо, свободно. Очень люблю, когда взгляд вот далеко, дома, не люблю, когда дом в дом. Ой, как красиво. Здравствуйте, дорогие любимые зрители! Начало Нового года я решила встретить с Натальей Ивановной Ивановой. И сейчас я у нее в гостях и предлагаю вам составить нам компанию. И, конечно, на первом плане композиция с розовой свинкой. Я впервые в гостях у нее в новой квартире, которую она получила перед самым Новым годом. По программе реновации. Очень красиво. Подарил, это да, что такое? Это друг, да, мне подарил. Очень правда, красиво. Чашки все перебахали. И вот пока везли сахарницы, ручка отбился. Ну да, вот, хрусталя просто... полно, конечно. Не полно, но необходимо. Что раньше у нас столько друзей было, столько знакомых, все были накормлены. И весело проводили время, и все всегда собирались. Ой, вот у нас. Вам Дед Мороз принес подарочки. Вот, это сапожок Деда Мороза. Да, там еще и что-то есть, мы сейчас посмотрим. А крем вы уже поставили? Да, вот поставила. А, ну все, отлично. Балерина, чтобы у нас ножки не болели, чтобы мы также танцевать могли. И ходить, и бегать, и прыгать, да, чтобы у вас хорошо, прошли ноги. Это еще не все подарки. Вот вам скатерть обещана, которая снимала. Спасибо, какая красота. Сейчас посмотрим. Это вам туда, как раз на кухню. Здесь, я смотрю, для маленького столика у вас есть, а это для большого. А я думала, есть у вас елка или нет, на всякий случай вот купила с елочкой. Ну, я думаю, бежевый цвет вам пойдет. И вот мы ушли из ванны, но на еще это для ванны. Спасибо, очень спасибо большое, очень красиво. Спасибо. Занавеска. Ой, ну вы меня вообще задарили. Ой, какая это красота. Ванну с такими пузырьками. Ой, красивая. Ага, очень красиво, ага. Как раз мне надо. Я хотела покупать, вот теперь сэкономлю. Ой, красота какая. Ой. Красота. Так что я как буду морская. Морская царица. Но не, она такая, как шелк. А это уже мне подарок от Наташеньки. Посмотрите, какой красивый, красный, яркий платок с красными и розовыми розами. Красота. Ага, да, да, да. Красиво. Хорошо. Ну вот, подарки подарены, теперь пора и к столу. А на столе чего только нет. Все в хрустале, и посмотрите, какие красивые блюда у нас. Затей. Это фасолевый здесь. Фасолевый салат. Очень старый рецепт. Белое, всегда, красное. Всегда на работе делали, потому что его делать очень быстро. Банка белой фасоли в собственном соку, банка красной фасоли. Отдельно берется банка грибов, шампиньонов, жарится. Отдельно две луковицы тоже прожариваются. Потом все перемешивается и заправляется майонезом. Вкусно, быстро, всем нравится и полезно. Прекрасно. А это что у вас со свеклой? А это я из интернета, как всегда, вычитала. Это новая селедка под шубой, но она на кусочке черного хлеба слоями. Попробуйте, вот как в интернете. Я люблю что-то такое новенькое. Отлично. Вот. И это тоже вот. Наташенька радушная хозяйка. Посмотрите, сколько блюд она приготовила.
Виноград далеко от вас. И какой Новый год без холодца? Да, да. Но мне очень понравился сок из вашей... Сливы и яблоки. Просто вообще замечательные. Да. А где ваши огурчики, которые сейчас, мы с вами солили? Принесу огурчики. Это самая большая комната в двухкомнатной квартире. Здесь у Наташи гостиная. Подождите, это та тыква, которую мы тогда снимали, да? А этот сок вы делаете из тыквы. Это кто ваш любимый канал? Вы оттуда берете рецепты? Любимый, хороший канал Наташенька из Сибири. Жизнь без грима. Мы попробуем. Сок она по ее рецепту. Рецепт я уже сделала, много съела. Галине Кондратюк очень понравилось. Она тоже говорила, просто полезное. И вот спасибо ей большое. Вот из таких тыкв вот такой сок. Очень. Ну, сюда еще апельсин добавляется. Это из баклажан вы сами делали, а это из кабачков. Помните, мы пробовали на даче тоже такие вот. Вам понравилось? Вот мне очень понравилось, да. Вот они такие кусочками. Огурчики. Вот что значит своя дача. Все свое. Соки свои. Да целый холодильник. А холодец все. Это из чего у вас? Индюшка с курицей. Как это? Плечевая часть индейки плюс курица. А это салат у вас? Он такой. Наш любимый салат оливье, да. Салат оливье, без которого, да, мы не можем. Нет, у вас такой сок потрясающий. А вот фрукты, смотрите, просто. Да я просто от ваших соков с ума схожу. Фрукты я вообще везде, а где я ваши соки? Какая прелесть. Да, на стол уже все не помещается. Лет нашей совместной жизни, два лебедя нам хрустальных подарили. Посмотрите, видите, какие хрустальные лебеди. Ну что, прелестно, просто. Галочка, дорогая, поздравляем тебя с Новым годом. Я сейчас в гостях у Наташи Ивановой, и мы вместе с ней тебя поздравляем. Мы тебя любим, целуем, чтобы у вас все было в жизни замечательно. С Новым годом, моя дорогая! Всех здоровья тебе, твоей семье, всем-всем-всем. Даю сейчас Наташе трубку. Ну, я, как всегда, вам желаю любви, счастья, здоровья и всяких дел хороших. Чтобы все удвоилось втройне, вдвойне, и чтобы жизнь наша была веселая и хорошая. Любим, целуем. Да, вот мы... Да, да, хорошо. У вас все не так же пасмурно, как вот в ролике было в прежнем. У нас снег идет. У нас снег пошел, и такая мгла, какая-то туманная мгла. Но все равно нам весело, мы отдыхаем хорошо. Да, Мария мне тут подарков навезла. Ждем, не дождемся, когда встретимся. Да, ну ладно. Давайте с вами стукнемся и пожелаем друг другу счастья. С Новым годом! Да, с новым счастьем. С новым счастьем. С новыми желаниями и возможностями, чтобы было всем хорошо. Чтобы всем-всем нашим девочкам и мальчикам, подписчикам, и всем нашим знакомым, и всем-всем родным, всем было хорошо. Что значит, женщины выпили, да? Это мы еще сидим, если мы встанем, то все лягут. Будет меня, если мне надо рано встать, она обязательно перед будильником на меня
Запрыгнет и лапкой меня. Раз-раз, вставай, пора вставать. И будильник звонит. А вы говорили, до того, как я к вам пришла, она намывала гостей, да? Да, и гостей намывает. Вот, пожалуйста, гость Алиса, у нас. Да? Алис, хорошая Мария, поздоровайся и скажи потом до свидания. Посмотри на Марию, ну посмотри, иди сюда. Она посмотри. Расслабилась, пусть лежит. Расслабилась. Она довольна, она даже постом не махает, посмотри, не машет. Посмотри. Алиса, не хочет разговаривать, отдыхает. Пусть она умница. Расслабилась. Это моя подруга. Да, умная кошечка. Ой, столько вы мне банок даете в подарок, что я не знаю, увезу ли я. Даже если машину возьму, все равно. А что у нас здесь? И кабачки, и баклажаны. И что еще здесь? А вот еще перец я вам не давала. Очень вкусный перец. Да. Попробуйте, очень вкусный перец. И соки, и чего только нету. О. Обалдеть. Да, спасибо очень. Большое, огромное спасибо. Ой, какая прелесть. В общем, весь стол заставлен моими подарками. Приехала днем, но уже стемнело, везде огоньки зажглись, очень красивый пруд, дорога, очень красивый вид из окна, великолепный. Нужно стоять и любоваться. И вот я уже на такси еду домой. Посмотрите, какая красота вокруг. Сейчас в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Оно будет проходить до Старого Нового года. И посмотрите, какие красивые улицы, площади Москвы. А вот и Кутузовский проспект. Посмотрите, как красива инсталляция. У Триумфальной арки. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. А я вам желаю мира и добра, любви, душевного тепла. Пусть в светлый праздник, в Рождество, исполнится все то, о чем мечтали. Пусть будут радость в доме и добро, а сердце пусть не ведает печали. Пусть Рождество откроет двери в мир волшебства, заботы, веры, и все хорошее начнется. Удача пусть нам улыбнется. Fortune seemed his life. We ran into a drifted bank, and there we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Счастливого Нового года, мои дорогие, и волшебного Рождества. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи.